Здравствуйте, дорогие мои коллеги, здравствуйте, участники нашей группы We Teach English. Я вот сегодня работаю немножко в группе нашего грядущего тренинга «Как открыть свою собственную школу», «Как открыть свои собственные курсы английского языка». И знаете, настолько вот душа радуется. Вот посмотрите, у нас уже 63 участника, группа растет, растет. И хочу сделать немножко такую экскурсию по этой группе, показать вам, что здесь интересного уже происходит. Значит, во-первых, у нас уже есть выстроенное расписание всех тренингов. Вот вы можете посмотреть даже темы заявленные. То есть получается по два вебинара практически каждый день. Темы очень интересные, очень многогранные, разнообразные. То есть мы это все согласовали, обсудили со спикерами. Далее здесь созданы обсуждения. То есть под каждого спикера, под каждого выступающего я создала отдельные обсуждения, где участники смогут задавать свои вопросы, получать ответы. И посмотрите, меня безумно радует то, что уже сегодня здесь происходит общение между спикерами и теми людьми, которые уже в этой группе, которые уже оплатили. И посмотрите, вот очень интересные темы обсуждаются. Да, вот, например, проводили ли вы тестирование в начале учебного года в уже существующих группах, или как так распределяете вы учеников. То есть вот тут обсуждаются вопросы, связанные с расписанием. Ну, очень-очень разные вопросы. То есть я смотрю, что я тоже получила уже, да, вот тоже получила тут вопросы, собралось, поэтому, наверное, завтра, послезавтра я запишу ответы, видеоответы, для того, чтобы раскрыть все эти темы, все эти вопросы. Ну и вот таким образом у нас обсуждения работают, и еще раз повторяюсь, что мне очень нравится, что общение уже происходит на самом деле. Вот Екатерина Симонова тоже очень интересно ответила на вопрос. Да, хотелось бы услышать ваше мнение, какими основными качествами необходимо обладать для того, чтобы быть успешным руководителем. Ведь не каждый преподаватель может быть руководителем, или я ошибаюсь? Ну, тоже такой интересный ответ, очень грамотный, мне очень понравилось, как ответила Екатерина. Далее, что еще здесь интересного есть у нас? Я создала библиотеку руководителя, и вот сюда все мы скидываем книги, аудио, видео, все материалы, которые каким-то образом помогли нам в свое время как-то, знаете, по-другому увидеть вещи, стать лучшими руководителями, которые изменили наше мышление в каком-то смысле. Я уверена, что эта библиотека будет очень полезна не только для тех, кто собирается открыть школу, но и для тех, кто уже этим занимается, потому что такая литература, она никогда не бывает лишней. Согласны? Вот они все наши спикеры. То есть это Екатерина Симонова, это Елена Шрамкова, так, здесь не вижу имени, фамилии. Вот, Светлана Орехова.
Екатерина Стукун. То есть вот это они будут все проводить вебинары. Это Чехия. Ну, всем известная Мария Цой. Евгения Шилина, которая будет рассказывать про лицензирование. Это Александр Калинин, который расскажет нам о рекламе в соцсетях. Алексей Беба. Елена Артемова, известный человек, тренер проекта для руководителей частных центров. Ну и, собственно говоря, я, Ботнер Ирина. Так, и что еще у нас здесь интересного есть? Во-первых, мы уже начали отвечать, обсуждать различные организационные вопросы, которые поступают от участников. Вот Ольга Филатова из Чехии уже предложила нам для прочтения какую-то интересную статью. Я еще не читала, надо будет посмотреть. Вот опять же обсуждается интересный вопрос. Я тоже его прокомментирую обязательно, потому что он, в принципе, был задан мне. Но мы отвечаем коллективно, потому что я считаю, что чем больше мнений, да, тем лучше. Я не есть последняя инстанция, и поэтому нужно послушать разные мнения и сделать свои выводы. Этим и отличается руководитель от того, от других людей, что, знаете, как он всех слушает, но решает сам. Все руководители школ уже прислали нам свои вот такие видеообзоры того, как все устроено у них в их собственных школах. Сегодня вот Диана Воробьева поделилась с нами своим видео. Меня немножко подтормаживает, потому что, знаете, у нас проблемы с видео. Да, и было очень интересно, что в самом конце она собрала, знаете, вот эти все ляпсусы, которые у нее, как она снимала, так смешно получилось, вообще молодец такая, мне так понравилось, вот именно, знаете, это такое юморное такое отношение к этому всему легкое, ну, знаете, как обычно там, дубль раз, дубль два, дубль три, различные какие-то такие приколы. Ну, видео у меня долго. Здравствуйте, дорогие коллеги. Добро пожаловать в курс. Меня зовут Диана Брагнова. Я являюсь директором Центра иностранных языков LingvaPlus, который открылся в городе Курске в 2010 году. Второй свой офис мы открыли в 2011 году на проспекте Победы, как раз на этой замечательной улице, на которой мы с вами находимся. Ну что, так машины не видны? Ну что такое? Видите, как стараются? Здравствуйте, дорогие коллеги. Добро пожаловать в курс. Меня зовут Диана Воробьева. Я являюсь руководителем Центра иностранных языков LingvaPlus, который открылся в городе Курске в 2010 году. Наш второй центр мы открыли в 2011. Ой, молодцы. Такие молодцы. Это вообще просто класс. Девчонки такие классные. Вот еще с чувством юмора. Тут уже, посмотрите, 11 комментариев, уже мы все обсудили, там, и сына ее, ой, замечательно. Екатерина Симонова поделилась с нами очень интересным материалом про то, как выбрать партнера на нашем рынке, и как конкуренты могут превратиться в партнеров, и как можно сотрудничать со школами. Очень-очень интересно, да, это тот редкий случай, как раз, когда, вот посмотрите, вот сама Екатерина и вот другой руководитель из предыдущего видео, да, и посмотрите, они умнички такие, они нашли способ взаимодействовать, сотрудничать, и у каждой как бы своя школа, но при этом они
вместо того, чтобы то есть они не конкурируют против друг друга, а устраивают совместные проекты и развиваются вместе. Это же чудесно, да, это чудесно, замечательно, мы такие молодцы. Вот как это они все делают, вот они этим делятся, они это все рассказывают. Так, это мой бухгалтер, который будет отвечать на все вопросы украинцев относительно оформления на налогообложение. Так, тут еще какая-то статья у нас интересная идет. Вот это еще одно видео, обзор школы, на этот раз Екатерины Стукун. Тоже очень стильная такая у нее школа, такая она умничка. Вот фотографии предыдущей школы. Вот это вот обзор школы моей подруги из Кишинева. Тоже очень-очень интересная школа, очень большая, много кабинетов. Вообще молодцы, молодцы. Вот, постарались. То есть, вот видите, там тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот прям вот детально все показывают, рассказывают, даже какие у них есть дидактические пособия и, ну, вот все-все-все-все-все. Дальше. Ну, это, собственно говоря, мой обзор. Ну, мою школу, наверное, вы все знаете прекрасно, вы уже много раз это все видели. Да, вот тут вот я демонстрирую тоже, что такого интересного. Да, ну вот, мы делимся здесь своими рекламными брошюрками, показываем друг другу, как мы их оформляем. Значит, это Анна Аронштам, психолог, очень мною любимый, которая будет рассказывать нам о том, как же бороться нам со страхами нашими всеми. И вот тут тоже уже идут интересные комментарии. Будем это все обсуждать. Вот Елена нам прислала тоже свой обзор своей маленькой школы. Я считаю, что это здорово, что у нас есть школы разных масштабов, потому что мы должны видеть, как люди начинали, с чего начинали. Не сразу же Москва строилась, да? Да, вот такое веселое видео, интересное. Вот Екатерина Блохина показывает, очень у нее такая приятная школа. Да, тоже у нее очень уютная школа, очень-очень даже. А еще один обзор у нас есть интересный от Евгении. У нее тоже очень большая школа, лицензированная. Вот. Да, очень светлая, такая просторная. Екатерина прислала тоже свой видеообзор. То есть, как бы уже почти все спикеры
умнички такие организованные. Меня зовут Екатерина Симонова, я являюсь руководителем центра Union в городе Курске. Итак, сейчас я вам представлю наш центр. Для начала хотелось бы сказать, что мы будем какие-то моменты менять. На танцы, например, их родители видят наши рекламные предложения, тоже к нам обращаются. Но есть и, конечно же, минусы. Например, в вечернее время, в прайм-тайме или утром здесь очень-очень шумно. Есть очень много лишних людей, которые мешают нам работать, мешают работать нашему администратору. Как я уже говорила, за... Да. И вот, да, и вот еще одна школа Светланы Ореховой, тоже очень такая уютненькая. So, hello everyone, welcome to our studio, Lingua Lab, and, well, I prefer to speak English, because I want... Браво, браво, молодцы, очень-очень все креативно подошли к этому заданию, все-все сделали, я очень довольна. Очень много комментариев, такая очень позитивная уже атмосфера в этой группе, все что-то спрашивают, комментируют, восторгаются друг другом, и мне это очень-очень приятно наблюдать, потому что, на мой взгляд, помимо всех тех практических знаний, которые мы можем и обязательно получим друг от друга, я считаю, что очень важно это еще и подзарядиться и вдохновиться, так, чтобы мы потом могли дальше просто горы переворачивать. Ну что ж, это вот такая вот небольшая была экскурсия по нашей закрытой группе, тренинг English School Owner. И если вы еще в раздумьях, то... Надеюсь, это видео поможет вам принять окончательное решение. Запрыгивайте в последний вагончик, потому что уже 12 числа ранее цена закончит свое действие, и цена уже поднимется. Поэтому не откладывайте в долгий ящик, ловите птицу за хвост, как говорится, и, надеюсь, 15 числа я уже смогу увидеть вас на собственных моих первых вебинарах. Ну что ж, пока-пока, до встречи!